Да, что херово под вечер стало. Мост это накрапный, по-моему. Накрапьем. Надо соку взять. Вон винограда. Черного винограда. Вон. О, смотри-ка. Это должен быть самым таким. Может, и без сахара вообще отлично должен пойти. Ты не будешь что-нибудь брать из этих соков? А, Коляс? Не знаю, апельсиновый такой взять. Но там они, по-моему, натуральные используются. Что я не рекомендую жгучие брать. Точно какие еще тут есть. Какой ты еще показывал? Сок. Ну, любимые, да. Там земляничные, там эти всякие. Такой возьму и виноградный. Виноградный уже взял, сейчас еще такой взять. Ну, излишний. Виноградный букет. Виноградный дуэт. Апельсин, манго классный был. И вот это можно взять. Мультифрукт. Не просрочен, надеюсь. Конечно, просрочен. Ты постарался, да? Просил специально для Витька привезти просроченный. Глинтвейн. Глинтвейн? Да. Предлагаешь взять на пробу? Да нет. Ну, я возьму, потому что ограниченная серия. Нельзя пропускать возможность. Так уже было в прошлом году. А у нас не было. Нам не завозили. Да, блин, это уже давно вот так было. Вот, товарищи. Пока мы тут учились, по-моему, не было. Да, по-моему, были. Там какие-то другие были ограниченные серии, а что прям Глинтвейны, такого не было. В животе что-то ощущение какое-то не очень. Ну с ноги пробью сейчас, домой пойдем, идем, успокойся. Доктор Марио. Ну, доширак сейчас возьмем, накормим тебя доширака. Ага, и желудок отвалится нахрен. В чешуе бутылка блестящая. Так, иди сюда дальше. Закупились. Сейчас домой придем. Я буду дальше монтировать видосы.